В Саратовском классическом университете прошел круглый стол ОНФ, посвященный вопросам духовно-нравственного воспитания и формированию российской идентичности. Обсуждали проект стратегии развития воспитания на период до 2025 года. И образование здесь, по мнению экспертов, должно быть в приоритете. Чего греха таить, до недавнего времени, на протяжении, наверное, скоро уже 250 лет, мы, педагоги, не воспитывали, Кроме того, все обсуждающие воспитание должны определиться с понятием российской идентичности. В качестве синонима предложили использовать такие слова, как «общность» и «адекватность». В проекте воспитания много слов о том, как все должно быть, но нет конкретных механизмов для воплощения намерений. И мы сколько угодно можем говорить о воспитании патриотизма, духовности, гражданственности, о самых высоких ценностях, но когда школьник уже видит и сознает, что у нас подчас, порой, кое-где, и довольно часто действует система двойных стандартов, что социальный мир расколот, как он себя в этом мире будет ощущать? Сами участники круглого стола откровенно заявили, что документ стратегии имеет декларативный характер. Остается вопрос, может ли процесс формирования национальной идентичности в принципе подчиняться неким направляющим документам. Роман Козлов, Анатолий Милосердов, Открытый канал.